Нас утром построили. Вас много еще оставалось? Там были не только скамки, там были евреи из Каменки, из Излучества, из Желтой, из Репетис, Фрейлебен. Это Красину. Были многие, что я их вообще не знал. Ну сколько всего было примерно вот в Софиевке у вас в этом лагере? Здесь, в Авдотьевке. Вы простите, в Авдотьевке. В Авдотьевке. Ну, я думаю, что человек 400 было. 400. Я думаю, что было. Много людей было. Утром нас построили. Немцы, полицаи появились. Я таких и никогда и не видел полицаев. Ну и немцы, значит, за ним тоже говорить нечего. И только мы с Авдотьевки вышли, там, видать, была подготовлена засада над дорогой, были посадки. Это было, но уже листья-то не было, безусловно. И там с этих посадок стали стрелять по нас. С винтовок, с автоматов, черт не знает. И стадо скота бегит, и они стреляют в нас. Покуда до Софиевки там, ну, километров 12, пожалуй, я не помню. Мы, покуда до Софиевки пришли, половина осталась вот это здесь, на этой дороге. Я помню, как сейчас с посадки, потом машины подъезжали с солдатами, немцы, и стреляли. Кто попало, кто убил, убил, а кто, значит, дальше.